Итак, к началу XIX века в русской церкви сложилась ситуация, когда официальная церковь часто не в состоянии была просто удовлетворить какие-то духовные запросы, духовные искания людей, которым требовалась серьезная вера, серьезное богословие, серьезное осмысление религиозных вопросов. И поэтому в XIX веке начинаются всевозможные богоискания, часто идущие немного в разрез с судьбами, с линией официальной церкви. Мы рассмотрим коротко некоторые из них. Первое, на что стоит обратить внимание, это движение, связанное с так называемым старчеством. Наверное, основателем этого движения вдохновителем тем, кто породил весь этот процесс, можно считать Паисия Величковского. Он никогда не жил на территории Руси, но просто его духовные искания оказали большое влияние на русскую церковь. И чем ну, знаменит, чем прославился этот человек? Прежде всего тем, что он вернул в монашескую среду интерес к исихазской традиции. Мы с вами уже говорили немного об исихазме, об особой молитвенной, об особой духовной практике, может быть, чуть-чуть странно или совсем странной с протестантской точки зрения, но, тем не менее, практики, содержащие очень серьезный акцент на духовное преображение самого человека, который в этом участвует. Исихарское монашество ⁇ это монашество прежде всего, в первую очередь, ориентированная не на внешнее действие, хотя вот некоторые сихасты, как Сергей Радонежский, были очень активны в социальном отношении, но делание внутреннее, делание по взращиванию своей собственной духовности, или, может быть, по-другому можно сказать, по стяжанию Святого Духа, по обожению и это путь чуть-чуть подзабытый православной церковью, особенно после того, как а, иосифляне победили, и нестижательская традиция практически была утрачена. И вот теперь, благодаря усилиям Павлисия Величковского, который не просто там сам как-то практиковал а, что-то связанное с психазмом, но который на русский язык, перевел известнейшую книгу «Добротолюбие» с греческого языка, по-гречески «Филокалия». Собственно, это сборник высказываний отцов церкви, посвященный как сихалским практикам, так и вообще всевозможным вопросам духовности и святости. И когда появилась такая литературная основа, то и сама практика, и главное то, что можно было прочитать в этом тексте, оно потихонечку начинает распространяться, начинает применяться различными монахами, применяться в монастырях, и формируются некоторые центры особое, где особое внимание уделяется вот добротолюбию, духовности, духовным упражнениям, святости жизни и так далее. Самый знаменитый, наверное, из таких центров – это Оптина пустынь. И оптинские старцы становятся достаточно быстро известны. Многие люди, ищущие какой-то большей духовности, чем может им предоставить официальная церковь, многие деятели культуры, кстати, едут в эту оптинскую пустыню, общаются с оптинскими старцами, они на них производят серьезные впечатления, и потихоньку под их влиянием формируется некая альтернативная духовность. Альтернативная не в смысле выхода из церкви альтернативное не в смысле какого-то разрыва с официальной церковью, со священачалием или еще чем-то, но альтернатива, когда духовность не сводится только к обычному посещению богослужений и исполнению требований православной церкви, но в качестве особой духовности рассматривается принятие советов и, может быть, даже какое-то послушание от старцев от людей, которые там каким-то опытом там, ос достигают особой прозорливости, побеждают страсти. Вот за счет победы страсти, достижения этой особой прозорливости вроде как способны руководить жизнями других людей помимо Плестинской пустыни можем еще упомянуть Саровский монастырь, с которым связано имя Серафима Саровского, тоже очень известного старца, святого, который там, ну, оказал большое влияние на многих известных людей на Руси. И вот эта вот традиция развивается, причем старчество возникнув, или точнее не возникнув, а возродившись, в основном в XIX веке оно переходит по границе XIX века, оно продолжает существовать и сегодня. И сегодня в православной церкви есть люди, не обладающие каким-то каноническим авторитетом, не принадлежащие к официальным структурам, но тем не менее пользующиеся популярностью определенного круга людей, к ним едут, у них спрашивают совета, их руководством пользуются. Правда, здесь стоит отметить, что сам такой подход, он чреват многими опасностями и многими злоупотреблениями. А, потому как, во-первых, человек, ищущий руководство старца, тем самым часто снимает с себя ответственность и не желает самостоятельно принимать решения, а далеко не всегда вот такое вот снятие себя ответственности, инфантилизм, он полезен для духовной жизни человека. И вторая проблема, что не всякий человек, претендующий на то, что он старец, или человек, которому приписывают какие-то старческие таланты, действительно этими талантами обладает и действительно может мудрые советы давать или как-то руководить человеческой жизнью. Поэтому в современном православии, уже не в 19 веке, это в, в нынешнее время возник такой термин «младостарчество» и проблема «младостарчество». Младостарец — это тот, кто еще не достиг достаточно высокой духовной зрелости, чтобы быть старцем, но на себя функции старца берет. И руководство со стороны молодостарцев порождает многочисленные проблемы у тех, кто этому руководству пытается следовать. Как-то официальная православная церковь пытается с младостарчеством бороться, выступает против него, но так как это альтернатива и всегда находятся люди, которым мало того, что предлагается официально, они ищут чего-то большего, то старчество и молодость старчества никуда не исчезает и продолжает оставаться вот, э, некой проблемной, может быть, но неотъемлемой составляющей современной православной жизни. Если вы смотрели фильм «Остров», э, ну, кто-то вот улыбается смотрел, да, то вот как некая иллюстрация старчества, да, вот, и, причем которая существует в такой в мягкой альтернативе к священноначале вот этот вот фильм можно воспринимать. Итак, вот эта вот монашеская духовность и связанная с монашеством движения старцев и внимание к старцам это одна из попыток, один из вариантов найти какую-то альтернативу, найти какую-то отдушину, которую люди, ищущие духовности, не находят в официальной церкви. Возникает это в XIX веке, но доходит до сего дня. Другая альтернатива, альтернатива гораздо более резкая, альтернатива более жесткая может быть, в более простых слоях общества, потому что интерес к старчеству и так далее это скорее вопрос, интерес интеллигентский, а в простых слоях общества возникают всевозможные раскольнические движения. Ну, понятно, что раскольнические движения не только в XIX веке были, некоторые из них гораздо более древние, и есть всякие духоборы, и проли, и молокани, которые появились раньше. Но XIX век ⁇ это массовый уход людей в раскольнические движения. Огромное количество людей присоединяется к вот этим раскольникам, таким как духоборы, которые там, ну, отвергали практически все. Особенности и нормы и требования официальной церкви, в официальной православной жизни и все воспринимали чрезвычайно духовно, отказавшись практически от всего, вплоть иногда даже до священного писания. Молокани, такая более мягкая альтернатива, люди, признающие авторитет священного писания, но не совершающие таинства. Потом из этой же среды выходят и всякие евангельские христиане, баптисты и так далее, ну русская, по крайней мере, их разновидность. Есть еще более радикальные движения типа хлыстов, скопцов и прочих, связанных с каким-то вплоть даже до уродования самих себя. То есть очень много появляется таких движений, или по крайней мере движения, появившиеся раньше, начинают бурно развиваться. Помимо такой экзотики, многие люди в этот момент уходят в старообрядческие общины. И старообрядчество, хотя оно еще и не получила какого-то одобрения от государства, и старообрядцы подвергаются многим ограничениям. Там были и налоговые проблемы у старообрядцев, и проблемы с тем, где можно жить, и даже проблемы с тем, какие дома можно строить. В общем, проблем у них хватало, и какие-то церкви закрывались и так далее. Но тем не менее... Многие люди уходят в старообрядцы, причем так случилось, что купечество в основном уходит в старообрядцы. Старообрядцы становятся достаточно богатыми людьми, и наличие финансов где-то немного позволяет компенсировать давление со стороны власти, потому как к богатому человеку, хоть он и старообрядец, уже совсем не такое отношение, как к бедному старообрядцу. Поэтому за счет наличия купечества в старообрядческой среде все-таки некоторое давление на них ослабляется, и старообрядческая церковь быстро растет и там насчитывает многие-многие миллионы людей в России там, в XIX веке, на начало 20 века. Государство не, и официальная церковь не слишком с большим восторгом встречает все эти движения. Происходит борьба, всевозможные репрессии, лишение гражданских прав, например. Интересный смысл обретает слово ⁇ миссионер ⁇ в данный момент в православной церкви. Миссионерами часто называют людей, тех людей, которые вот как представители официальной церкви борются со всякими сектантами метод борьбы какой, приходят в гости к какому-то сектанту, заводят с ним беседу, добиваются, чтобы в беседе он сказал что-нибудь нарушающее законы Российской империи, а законы, в общем-то, защищали многие православные святыни, и как он только что-нибудь ляпнул, вот его и по этапу повезли. Вот это вот была одна из разновидностей миссионерской деятельности православной церкви. Хотя многие выступали, ну таких из известных людей против этого, тем не менее, фактически до 1905 года, до указа 1905 года о веротерпимости, очень серьезное давление испытывали все, которые искали духовности за пределами официальной православной церкви. С другой стороны, раз уж я чуть-чуть заговорил о миссионерстве, то в православной церкви было и подлинное миссионерство, когда люди отправлялись на миссию для проповеди среди северных народов, среди восточных народов, потому что ну, Дальний Восток не так давно был присоединен к России, и там была огромная территория, огромное количество народа, не просвещенные Евангелием. В XIX веке отправляются миссионеры в Китай, в Японию, в Америку. Практически по, по существенной части мира разъезжаются православные миссионеры. И эти православные миссионеры, они, конечно, часть официальной православной церкви, но это тоже определенный поиск духовности. А человек может быть не в состоянии себя полностью найти и реализовать в рамках вот этой вот структуры, которая отчасти западненная, отчасти презираемая, отчасти, естественно, связанная с государством и так далее. Но он способен отправиться на миссию и там, среди непросвещенных народов, строить церковь и строить православную жизнь совсем по другим нормам и представлениям. А, поэтому кризис официальной церкви в каком-то смысле а, породил такой рассвет миссионерской активности. Итак, есть какая монашеская духовность, есть вот такое народное благоискательство с уходом во всякие а, расколы и альтернативные верования, есть миссионерское достаточно сильное движение, есть еще очень интересный феномен того, что происходит в высшем свете этого времени. Высший свет не с большим трепетом относится к православной церкви, и в основном все богоискательство высшего света, оно связано с какими-то мистическими настроениями, мистическими практиками. Большое влияние оказывает западный пиетизм, большое влияние оказывает в том числе и ну, католическое, духовная литература, протестантская духовная литература. Кстати, в высшем свете Библию модно было читать не на славянском языке, а на французском, например, или на немецком. Здесь же в высшем свете особую роль начинают играть всевозможные движения типа масонство, ну масонство по-русски это, ну, масонство вообще очень странная структура, масонство по-русски это чрезвычайно разнородные и явления, где-то включающие в себя христианскую духовность, где-то вот выступающие как достаточно яркая альтернатива этой духовности, тем не менее вот такой вот массовый уход людей в масонство в высшем свете, это тоже проявление, специфичного богоискательства. В это же время, вот, очень бурное время для России, для вот, сознания, возникает известный спор славянофилов и западников, может быть, помните его еще со школы. Вот, о дальнейших путях развития России. Если западники нам сейчас не так интересны, потому что западники в большинстве своем не были религиозные, то славянофилы, отстаивающие исключительный, уникальный, особенный путь движения России, они уделяют большое внимание русской истории, русской традиции, русской культуре, в том числе и русскому православию. Причем именно в славянофильской среде, может быть, возникает самое острое ощущение вот этой проблемности западного пленения православной церкви. Если другие просто уходят, просто ищут духовности в каких-то других сферах, то славянофилы, может быть, первые, кто пытаются не уйти а пытаются преодолеть вот это вот пленение и вернуть православию его такую исконную, изначальную форму, во многом через изучение древней русской традиции, через изучение византийской традиции. Ну, может быть, одно имя, на которое нам стоит обратить внимание, это Хомяков. Он, с одной стороны, лидер а славянофильского движения, с другой стороны, он же еще и богослов, причем, что любопытно, богослов непрофессиональный. Он не заканчивал семинарии, он не заканчивал духовных учебных заведений, в религиозном отношении он самоучка, но, будучи самоучкой, и, не, может быть, даже потому, что он самоучка, и не был подвержен вот этой вот а, прозападной традиции, существовавшей в духовных учебных заведениях, а, он достаточно хорошо разбирается в традиционном восточном богословии и становится первым представителем, может быть, целой плеяды непрофессиональных русских богословов. Это удивительное явление, но русское богословие в конце 19-го, начале 20 века, оно создается не церковными людьми, не людьми, закончившими там, семинарии, академии, имеющими священнические, там, епископские степени и так далее, а создается светскими философами и общественными деятелями. Ну, просто еще одна фамилия, яркая того времени, это Владимир Соловьев, тоже русский философ прежде всего, но философ часто философствующий в том числе и на религиозные темы, и где-то вот определяющий дальнейшее развитие русской религиозной философии и русского богословия. А, так что... Где-то через мистицизм, а где-то через философию опять-таки идет поиск выхода из сложившейся ситуации. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Наконец, последняя тенденция, положительная во многом тенденция, на которую мы должны обратить внимание, говоря о XIX веке, это деятельность по переводу священного писания на русский язык. Деятельность это прежде всего связана с российским библейским обществом которая с 1813 по 1826 год существовала в России и первоначально занималась переводами священного писания на языки малых народов, населяющих Россию. Я уже говорил, как это была достаточно активная миссионерская деятельность, нужно было священное писание, нужны были переводы. И вот при содействии британского библейского общества было создано российское библейское общество, которое работало над многими переводами. Но чем больше общество работало над переводами Библии, тем острее вставал вопрос о том, что сложилась какая-то парадоксальная ситуация. Есть Библия на языках многих малых народов России, нет Библии на русском языке. То, что переводили Кирилл и Мефодий, потом переводил Геннадий Новгородский, и потом, в конце концов, было отредактировано при Елизавете, это не русский язык, это славянский перевод священного писания. Когда-то, тысячу лет назад, это был язык, достаточно близкий к разговорному языку и достаточно понятный. Но к XIX веку не так много людей свободно и легко могло понимать славянский язык. А для многих это уже было препятствие к восприятию священного писания. Хотя всегда, конечно, можно было сказать, ну, захочешь, выучишь. Но ну, многих хотений не доходило до такой степени, чтобы достаточно хорошо выучить славянский язык и понимать особенности текста. Поэтому запрос на текст был, желание иметь текст на русском языке было. И в конце концов, славян, над российским переводом Библии в библейском обществе стали работать, перевели Новый Завет на русском языке, успели его издать и начали распространять. Кстати, распространение профинансировало отчасти британское библейское общество. Чем сразу же сделал этот проект чрезвычайно подозрительный, ну, иностранцы, на что попало, что вроде деньги не должны давать, если дают британцы деньги, наверное, что-то этого вред России должно пойти. Да? Но помимо этого, еще и идея библейского общества была скомпрометирована тем, что библейское общество переводило и издавало не только Библию, оно еще и издавало и масонскую литературу. Это, это, же вот такое вот великосветское благоискательство, и люди из этой же среды, они были связаны с библейским обществом, поэтому неудивительно, что где-то были контакты, где-то были пересечения между библейским обществом и масонами, что существенно скомпрометировало библейское общество, плюс были противники, у библейского общества противники того, чтобы Библия должна была бы появляться, использоваться, распространяться на русском языке. Поэтому все эти факторы сошлись вместе и в конце концов привели к запрету на деятельность общества. На переведенные на тот момент пятикнижья и уже изданное из Ветхого Завета, был перевод Павловского, достаточно удачный, тираж был изъят и уничтожен. И фактически остался только, вот, может быть, слабо доступный, раз больше не распространялся, но все-таки имеющийся русский перевод Нового Завета. Возобновление перевода этической деятельности было только в 1858 году под руководством теперь уже митрополита Московского Филарета Дроздова. Филарет, ну, посвященный, человек чрезвычайно посвященный идее а, издания Библии на русский язык, прикладывал для этого многочисленные усилия и в конце концов добился, что работы были возобновлены. А, был пересмотрен перевод Нового Завета, был постепенно переведен весь Ветхий Завет. И в конце концов в 1876 году а, на русском языке была издана полностью вся Библия. То, что мы сегодня знаем как синодальный перевод Священного Писания. Просто так интересный момент, чтобы мы понимали тонкости перевода Священного Писания, как, как вообще проходил процесс и какие-то особенности, связанные с этим процессом. Ну, во-первых, когда переводится Священное Писание, важный вопрос, какой текст должен быть взять за основу. Это еще не времена там, текстологических споров в отношении Нового Завета, и в основном такой традиционный греческий текст византийский был взят в Новом Завете. А вот что касается Ветхого Завета, что делать, какой текст избирать, потому что Ветхий Завет существует на еврейском языке, он писался на еврейском языке, но также огромной популярностью в, в истории, на протяжении всей истории церкви пользовался греческий перевод Ветхого Завета септуагинта многие отцы церкви цитировали ветхий завет по Септуагинте, многие новозаветные авторы цитируют ветхий завет по септуагенте Септуагинта всегда активно использовалась как, как Библия в ну, в церкви поэтому возник вопрос переводить септуагенты или переводить с еврейского текста ветхого завета филарет принял Необычное решение, и если вы, например, будете сравнить перевод Ветхого Завета там, на русский язык с другими переводами, на английский, еще на какой-то, вы иногда увидите следы этого решения. Решение заключалось вот в чем. Надо переводить по еврейскому тексту, но те тексты, которые цитируются в Новом Завете или в Отцах по Септуагинте, надо переводить по Септуагинте чтобы у читателя не было никакого смущения, что ветхозаветный текст не соответствует цитате. Поэтому очень разнородный текст получился, и где-то явно с Масаревского текста, где-то с где-то, конечно, вообще не поймешь, как оно так вот получилось. Хотя в целом, что касается мастерства перевода, качества перевода, то перевод делался на достаточно высоком уровне. Существовавшие тогда четыре духовных академии принимали в этом участие. После того как делался перевод какой-то книги, он публиковался, публично обсуждался, вносились предложения, вносились корректировки, потом перевод правился еще и самим филаретом, потом перевод правился еще и комиссией при синоде и после всех этих исправлений делался окончательный перевод. Правда, если говорить обо всей этой цепочке, то здесь есть одна, Тонкость ⁇ это последняя переводческая правка, потому что сначала переводили и работали над текстом люди, действительно являющиеся специалистами по древним языкам, а вот последний этап, правка осуществляемая синодом, делалась не специалистами по древним языкам, а просто уважаемыми православными людьми, как они видели богословие и как они его себе представляли. И многие западные идеи вошли в перевод в текст перевода, который, которых не было в изначальном варианте, представленном духовными академиями. Когда мы сталкиваемся с этими вариантами, то нас они ни капельки не смущают, потому что мы же тоже западные люди, как протестанты, воспитанные в западной традиции, в богословской традиции, в толковательной западной традиции. И когда перевод соответствует западной традиции, нас это не смущает, потому что мы считаем это правильным переводом. Но любопытно, что если бы опубликовался не этот исправленный перевод, а перевод, который первоначально сделали духовные академии, у нас было бы, может быть, как у западных людей, к нему гораздо больше, а не меньше вопросов. И оборотная сторона всего этого, то, что современная православная церковь не слишком с большим уважением относится к синодальному переводу. Он изначально это делался как перевод для такого личного домашнего употребления, а еще и как перевод, совершенный в эпоху западного пленения церкви. Мы потом поговорим немного о подходе от этого западного пленения. Так вот, как перевод, сделанный в эпоху западного пленения церкви, он еще и по этим причинам часто не кажется удовлетворительным. Так что сложилась парадоксальная ситуация. Мы с вами, как протестанты, пользуемся сделанным православными переводом, а православные, сделавшие этот перевод, не очень-то им пользуются, а вместо этого до сих пор используют славянский текст вы знаете, я, например, читал там, из катехизиса и так далее, и обращали, может быть, внимание. Я читаю нормальный русский текст, потом бах цитата и там я тут же начинаю коверкать язык, потому что цитируется все по славянскому тексту. Это современная православная традиция, не синодальный перевод, а славянский текст цитировать, который кажется им более достоверным и, может быть, более близким, более приемлемым, чем сейчас используемый синодальный. Так что вот такая ситуация, тем не менее перевод есть, протестантов это сильно порадовало, появился перевод, тут же появились и баптисты. Да? Ну и вообще наличие перевода Писания на каком-то языке способствует развитию таких вот общин, церквей, которые особое внимание уделяют священному Писанию. Но в целом... Даже вот эта вся непростая история с переводом, но все-таки как-то прорвались и победили, это отражение такой борьбы, исканий, сложностей внутри православной церкви XIX века. Так что переводческая деятельность, какое-то масонство, поиски духовности и так далее, уходы в расколы и секты, отъезд на миссию, поиск старцев, монашества и так далее это все стремление как-то преодолеть сложившееся положение православной церкви. До конца преодолеть это не удалось. Мы не знаем, к чему бы привело такое постепенное, плавное развитие этих событий, потому что все эти наметившиеся процессы были резко прекращены случившейся в начале 20 века революцией. Ну, об этом чуть позже. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.